Салам алейкум, приветствую всем. Так, одну тему я вам расскажу, что произошло вчера у нас. О таких случаях не рассказывают в российских СМИ, поскольку показывать героизм и человечность мигрантов не в их интересах. А того про нашего искреннего брата рассказывают только блогеры. Итак, охранник-таджик в питерском магазине кинулся на помощь пожилому русскому покупателю, которому стало плохо прямо в магазине. Он сам достаточно подробно рассказывает, что именно случилось. Давайте послушаем нашего героя. Я на выход стою, с другом общаюсь. Мужик зашел, взял корзинку и пошел в холодильник. Взял молоко. Я не знаю, что еще взял. Когда он зашел, ну я видел, что-то ему плохо. Да. Я с другом общался. И он поднимался на втором этаже. У нас консерва. Прошло минут. Сколько там, 3 или 4, да. Человек упал, да, человек сразу упал, и там в кассире были рядом, там в записи есть. Кассире там рядом, сразу меня звали в охранник. Я пошел, поднимался на втором этаже, увидел, человек лежит на полу. Ну, я взял ложку, и втаскивал его в язык. Да, втаскивал его в язык. Помогал в жизни. Мы должны делать добрые. Мы должны поддерживать друг друга. Да. Мы должны всеми силами помогать нашим братьям и сестрам из Средней Азии. Тем более в ситуации, когда они бескорыстно спасают граждан России. А в ответ многие российские СМИ вместо благодарности продолжают их показывать в негативном свете.